кто занял кресло директора скандально прославившейся гимназии номер один. На ресурсе РНД уже бывший директор Юлиана Габьева не стала скрывать давление на нее, а также причины увольнения. Уже сегодня коллективу представили нового руководителя, должность которой согласовали и в администрации, и горсовете, и Министерстве образования. Назначена директором гимназии номер один Бебешко Лариса Олеговна, учитель русского языка и литературы со знанием английского, со специализацией английского. Она последние 2 года работала директором школы номер 51, и, поверьте мне, школа очень грустит. Вокруг кандидатуры нового директора было много кривотолков. Педагоги боялись назначения из рядов старой гвардии педагогов, которая, по их словам, и спровоцировала смену директора. Но, как видно, все обошлось. 31 августа у Юлии Габьевой, бывшего директора гимназии номер 1, истек трудовой договор, продлевать который, собственно, никто и не намеревался. Среди трудового коллектива за ней закрепилась слава справедливого руководителя, начавшего борьбу с поборами и липовыми оценками. На сайте УРНД опубликованное интервью уже бывшего руководителя. По словам Юлии Габьевой, в День знаний ей вручили трудовую книжку, а также ознакомились с приказом об увольнении. При этом, цитата, «В документе не указаны основания для такого решения, просто стоит прочерк, поэтому я собираюсь отстаивать свои права в суде. Я сожгла все мосты, бояться мне нечего». Сейчас самое важное – вернуть коллектив в рабочее русло, добавила Нина Гордеева.